5000 человек в один голос скандировали «Чеботарев». Под шквал аплодисментов и безудержные эмоции на ринге Дворца спорта «Кристалл» проходил поединок за звание чемпиона мира по боксу. За этот титул, по версии АИБА про боксинг, сражались саратовец Артем Чеботарев и украинец Дмитрий Митрофанов. Поединок длился 8 раундов. Кому достался чемпионский пояс, расскажем прямо сейчас. 2 часа до начала соревнований. У входа в «Кристалл» уже не протолкнуться. На призыв поддержать Артема откликнулся буквально весь Саратов. Более 5000 билетов были раскуплены еще задолго до этого боя. Главное в жизни Артема Чеботарева – болельщица, его мама. Перед началом боя с волнением в голосе рассказывает о последних наставлениях перед поединком. Желали ему быть хладнокровным, ну, делать свое дело. Еще до появления на ринге одного из главных героев этого боксерского турнира все зрительские трибуны скандируют в едином порыве. Удар по гонгу, и в зале появляется саратовский спортсмен Артем Чеботарев. Под рев трибун боксер занимает место в красном углу. На ринге его уже ждет украинский боксер Дмитрий Митрофанов. Ждет, чтобы взять реванш. Артем встречался со своим соперником 3 раза. 2 раза победа была за саратовцем. Обратный отчет пошел. До боя остались считанные минуты. В первых раундах саратовский боксер дает повод понервничать публике. Уже позже объясняет, изучал соперника. До 4-го раунда бой был практически равным. Артем работал ногами, уходя от ударов Митрофанова. Украинский спортсмен пытался достать боковым справа. В последних раундах стала очевидной усталость боксеров. Красивый бокс завершился под нестихаемый рев трибун. Небольшая пауза. Замерли в ожидании приговора судьи и спортсмены, и болельщики. Итоговый счет за все раунды 78-74 в пользу Артема Чеботарева. Побеждает боец в красном углу! Артем чемпион. Теперь это уже звучит не как призыв 5000-ной публики, а ликование. Боксер благодарит каждого, кто сегодня болел за него, кто ни на секунду не сомневался в победе. Уважаемые жители города Саратова, мои подельщики, все, кто пришел поддержать меня сегодня в столь необходимый для меня час, ваша поддержка была очень дорога. 70-80% моей победы. Это было сложно, все видели, но мы сделали это. Спасибо всем, каждому. С победой саратовского боксера поздравляет губернатор области, вручает сертификат на квартиру, а еще благодарит за подарок, сделанный саратовцем. Это исторический день был на территории Саратовской области. Но это только начало. Учитывая, что Артем победил, и он борется за подтверждение, чтобы попасть все-таки в Олимпийскую сборную России. И мы вместе с бизнесом вручаем сегодня ему за победу квартиру! Турнир Международной ассоциации любительского бокса – обязательный этап отбора на Олимпийские игры в 2016 году. Победой над призером чемпионата мира и Европы украинцем Дмитрием Митрофановым Артем Чеботарев увеличил шансы на получение путевки в Рио-де-Жанейро. Анастасия Куклева, Екатерина Барковская, Роман Шильдяев, РЕН-ТВ, Саратов.